Всех приветствую, продолжаем знакомиться с биографией актеров, актрис, танцовщиц и рассматривать их фотографии. Рут Сен-Дени, урожденная Рут Денис, была американской пионеркой современного танца, которая привнесла восточные идеи в искусство и проложила путь другим женщинам в танце, так написано в Википедии. Была соучредителем американской школы танцев Денишон и смежных искусств. Преподавала известным исполнителям, включая Марту Грэм и Дорис Хамфри. В 1938-м основала новаторскую танцевальную программу в университете Адельфи. Опубликовала несколько статей о духовном танце и мистицизме тела. Ее фирменное соло продолжает исполняться, она была введена в Национальный музей танца и зал славы в 1987 году. Рут Денис родилась 20 января 1879 года в штате Нью-Джерси, выросла на небольшой ферме. Дебютировала в качестве танцовщицы в юбке для семейного театра и музея Уорта. Погрузилась в восточную философию. В 1905 году начала свою карьеру сольной артистки, вскоре совершив свое первое европейское турне под сценическим псевдонимом Сен-Денис. Первым произведением, возникшим в результате ее интереса к Востоку, была «Радха». «Радха» – это история о Кришне и его любви к смертной доярке. В 1911 году молодой танцор по имени Тед Шон был впечатлен выступлением в Сен-Дени в Деневере. В 1914 году Шон подал заявление, чтобы стать ее учеником, и вскоре стал ее партнером по творчеству и мужем. Вместе они основали Денишон, колыбель американского современного танца. Одной из ее наиболее известных учениц была Марта Грэм. Вместе с Сен-Дени и Шон основали Лос-Анджелесскую школу Денишон в 1915 году. Студенты изучали балетные движения, без обуви, этнические и народные танцы, и в ритмику далькроза и гимнастику дель-сарт. Вместе Сен-Дени и Шон гастролировали на протяжении 1910-1920 годов, часто исполняя свои произведения на сцене водевиля. Сен-Дени и Шон сыграли важную роль в создании легендарного танцевального фестиваля Яков Спиллоу. Хотя Денишон распался в 1930 году, Сен-Дени продолжал танцевать, преподавать и ставить хореографию как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими артистами. В 1938 году основал танцевальную программу университета Адельфи, одно из первых танцевальных отделений в американском университете. В течение многих лет преподавала танцы в своей студии в Калифорнии. Умерла в Лос-Анджелесе 21 июля 1968 года в возрасте 89 лет. Была включена в зал славы мистера и миссис Корнелиус Вандербильт Уитни Национального музея танца в 1987 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о американской пионерке современного танца Рут Сен-Дени. Она внесла восточные идеи в искусство и проложила путь другим женщинам в танце. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.